Нашла. Снимает все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, у нее в ногах коробка какая-то. Она в ее биополе находится, эта коробка? Да. Хорошо, защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Нателю в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Нателли поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3, пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Нателю, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Хорошо, ты эту коробку видишь? Да. Значит, 3, эта коробка идет в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Готово. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Нателли под ногами. 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Нателли. Находит все. У меня ощущение, что она себе защиту какую-то выставила. Нателли, вы выставляли какую-то защиту себе? Она говорит, что это всегда выставляет. Хорошо, эта защита нам мешает сейчас, Вера? Мешает. Нателли, вы должны или свою защиту сейчас убрать. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Дело в том, что если вы хотите получить от нас чистку, защита – это недоверие в нашу сторону, я так скажу. Мы не можем идти против вашей воли. Вы своей защитой полностью перекрываете нам работу. Я могу ее, конечно, убрать, но это будет против вашей воли. Он говорит, хорошо, я поняла, она как внутрь в тело зашла мне. Хорошо. Дай команду еще раз, сканер. Я даю команду сканеру на 4. Сканер сканирует пространство над головой Нателли, под ногами. И 7 тонких тел Нателли находит все. Ну, скажем так, если клетка будет пустая, то ее защита работает. Это не демон. Демон, поехали. Инкуб. Демон, инкуб. Лизард. И лизард. Гуманоид и арахноид. Какая веселая компания. Значит, эта защита не работает на космических сущностях. Считай цифру демона над головой. Ее защита работает на людей, но она, сейчас скажу, она работает не всегда в ее сторону. Ее не видит никто из-за ее защиты. Видят голограммы просто весь. С таким мы уже встречались. Она сделала себя невидимой и сильно не будет видеть. Хорошо, но не сущности. Итак, считай цифру демона над головой. 12. Инкуб, лизард. Гуманоид, откуда ты? Ута. Ута. Это где? Звезда Ута. У нас был, по-моему, кто-то оттуда, Вера? Был один. Был, да, Ута. Понятно, хорошо. Но у нас еще коробка осталась, мы еще ее не проверили. Чья коробка присутствующая? Ваша? Нет, все отодвинулись от нее. Понятно. Я даю команду на счет 3 выстраивать канал к этой коробке. 1, 2, 3. И притягиваю ответственность за эту коробку. Стоит в клетке. Магия. Стоит женщина. Магии как таковой нет. Но вот этой коробкой она ей желание. Просто желание она всегда ей делала. Чтобы у нее препятствия были везде. Ой, какой она сегодня получит шикарный откат, эта женщина. Она меня видит, я подхожу к ней. Ты меня видишь? Она закрывает глаза руками. Открой она глаза, не понимает, смотри где? На меня, смотри на меня. Ты сегодня ангел смерти. Я тебе зачем сегодня... ты пришел ко мне? Отдать тебе весь откат, всю твою магию, все, что ты сделала, всю эту боль, которую получил человек, ты сегодня получишь назад. Эта коробка к тебе будет привязана навеки. Она начинает кричать, пусть она не лезет ко мне и к моей семье. Чтобы она там не кричала, магию сделала она. Итак, я буду в процессе чистки задавать вам вопросы, вы будете отвечать на эти вопросы. Кто не будет кооперировать, на того буду воздействовать. Я даю команду тонкой копии Нателли спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогенные низкой вибрационной энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Точно так же еще выстраивается канал к магии этой женщине и к этой коробке. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Нателли. Итак, демон, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. Хорошо. С чем связан твой визит
На что ты зашел? На капризы. На капризы. То есть эти капризы были до тебя уже, да? Скандалы. Угу. Были, да. То есть ты практически зашел на свою чистоту и усиливал этот гнев. Я так полагаю, да? Ну, вообще, я и раньше заходил, выходил, а потом 3 года назад зашел и остался. Нравится она мне. А чем она тебе нравится, объясни мне. Какая чистота в тебе отзывается? Назови, какой первородный грех, что там? У нее внутри все бунтует. Если ей что-то не нравится, закипает сразу. Вот как. То есть эмоциональное состояние ее находится постоянно в стрессовом каком-то состоянии, правильно? И у нее нету гармонии. Она не может чувствами. Для нее это гармония. Понятно, хорошо. Благодарю за этот ответ. Лярва есть в биополе? Да, есть. На сердце лярва. На сердце лярва. А как она там появилась, демон? Переживает. Хорошо. Ты хочешь попросить у меня, когда чистка закончится, забрать эти лярвы? Сердцем чувствует. Хочу. Хорошо. Я тебе дам отдельную команду, когда дойдет твоя очередь. Ждем окончания реверса. К магии возвращается что-то, Вера, посмотри. Возвращается. Отлично. Чернота и слова, слов много, перепалка. Хорошо, ждем окончания реверса. Готово. Устанавливай фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Нателя забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Нателя себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошел поток энергии. Посмотри, что из магии возвращается. Что она украла. Спокойствие и гармония. Замечательно. Вот это и гармония, и спокойствие, которое магия нанесла. Ну что, как тебя зовут, женщина? Ира. А настоящее имя? Она смеется. Истерически. Почему? Смеется. Ну ладно, смейся истерически. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда я тебе откат боли дам. Она говорит, какой откат боли? Это ей надо откат боли от меня. Кто магию сделал, ты или она? Кто эту коробку поставил? Но это, вот она слова бросает ей опять. То есть это пожелания ее злые. Преобразовались препятствия в виде коробки. Хорошо. Все получит назад. Инкуб, сколько ты находился в биополе? 7 лет. Хорошо. Лизард, откуда ты вообще взялся здесь? Как долго ты сидишь, Лизард? 5 лет. Твой яд находит... Что? Почему-то про татуаж показывает. Про тату? Да, он с ним попал. А ну расскажи мне, Лизард, с этого места. Что это за татуировка, с которой Лизард приходит в биополе? Это мне очень интересно. Но это связано с тем, кто ее делает. Он передал татуировщик ей этого Лизарда? Через чернила, да. Это было осознанно? Нет, он перешел от него. Ах, вот как. То есть он сидел в этом человеке, который делал татуировки, а она пришла к нему, и Лизард перешел к ней, да? Ну, да, он так говорит. Гуманоид, как долго ты находился в биополе? Со звезды Ута. Он хочет свою конструкцию забрать и показывает на нее. А почему ты... Находился он 4 года. А почему ты хочешь забирать свою конструкцию? Ты здесь вообще ничего не можешь хотеть. Ты находишься в клетке тюрьмы. Ты пойман, ты преступник, ты установил конструкцию в человеке, ты сегодня будешь наказан. Сегодня проверят полностью, откуда ты пришел, какие преступления за тобой числятся. И, скорее всего, тебя заберет межгалактическая полиция. Так что ты не увидишь сегодня вообще ничего, никакой конструкции. Ревер закончился. Я даю команду. На счет 3. Сила моего намерения, конструкция гуманоида в Нателе отключается до числового значения 100%. 1, 2, 3. И безболезненно выходит из ее тонких тел. Зависает в воздухе. Полностью готов. Отключается. Отлично. Отправляю эту конструкцию в отдельную клетку тюрьму. Есть. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. И скажи мне, как долго ты находился в этом биополе? 3 года он находился. Он под волосами, где шея. Под волосами, где шея. Вытягивай всю паутину, ничего не забывая. Потом возвращайся в клетку и докладываешь мне о готовности к проверке. Проверку, говорю, для всех будет проходить несколько миллионов герц. И если кто-то что-то специально или не специально оставит или забудет, он сгорит просто по каналам. Я этого не желаю.
Я просто предупреждаю, чтобы вы ответственно относились к тому, что я говорю. Вот он снимает, у него под волосами начинается, идет наверх, все волосы в паутине, сверху на глаза, свешено, как сеточка, в голове иголки. Арахнуя, как твое воздействие описать? Это головные боли, мигрени, это голова чесалась, это что раздражение. Было? Раздражение было. Чего именно боль. Раздражение? Голову. Арахноиды делают такую мигрень, что ни одна таблетка не снимет. Все забрал. Гуманоида конструкция вышла. Лизард, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. И самое главное, отсасывай весь свой яд, всю свою жидкость, все, что ты оставил в ее биополе. Приступай и возвращайся потом в клетку. Любитель татуировок. У него плата стоит такая переливающаяся в голубом и зеленом телах. Сердце, горло. Как оно воздействовало, Лизард, на горло и сердце? Что человек испытывал? Тяжесть. Чужеродная присадка чувствовала. И не могла сама снять. Хорошо, инкуб, выходи. Снимай все свои ленточки полностью, отключайся. Корсеты снимай, ошейники, все, что ты там оставил. И возвращайся без глупости назад. Где ты спал, Лиза, инкуб? На груди? На животе где? Нет, это она у него на груди спала. А вот как хорошо. Она любит доминирующих мужчин. Угу. Все сняла. Хорошо, у нас остался демон. Демон, выходи, отключайся полностью и прямо на месте доложи мне, что ты все снял. Приступай. Как твои воздействия на ней ощущались, демон? Он усугублял. Крики, скандалы? Боли были где-то? Раздражение усугублял. Понятно. Боли у нее были в душе, в сердечной чакре. Из-за того, после криков. После криков, понятно. Вот так вот. Ей было грустно, что она сама себя не может сдержать, контролировать. Обвиняла себя. Она могла сама что-то сделать с твоим воздействием? Ты бы мог как-то понять, что она сильнее тебя и уйти? Или такого шанса не было? Был всегда шанс есть. Абсолютно верно. Вы меняете реакцию, это уничтожает нас. Все правильно, демон. Для этого нужна сила намерения и осознанность определенная. Я одел сапоги с копытами. Да ты что? Сапоги с копытами. Ну, делал из нее демона. Хорошо, демон. Разрешайте забрать все лярвы. Ничего не забывай. Аккуратненько вытаскивай. Приступай. Готово. Хорошо. Тогда я даю команду. У нас еще эта магия осталась. Если что-то еще от магии присутствует в биополе на теле, оно загорается красным цветом. У нее красный свет загорается в голове. Информация идет, что чем больше она думает об этом, тем больше она привлекает это к себе. Если она переключится и перестанет это вспоминать, она как защита будет. Сработает, абсолютно. Сработает, верно. И у нее будет отторгаться все, что к ней идет извне. Абсолютно верно. Так и есть. То есть это красный свет, который у нее сейчас в голове, это ей сгенерированный, да? Да. Я даю команду. Значит, три. Этот красный свет выходит из ее головы и зависает перед ней в воздухе. Это обида. Хорошо. Выдавливаем, включая внутренний белый свет на теле. И эта обида, вся эта красная энергия выходит, формируется в шар. Вся. Готово. Большой шар. Как мяч. Демон забираешь? О, давай. Это его чистота. Отправляю демон. Если ты хочешь, можешь остаться. У меня там будет сегодня эмоциональная куча вещей. И я бы тебе этот шар отдал тоже. Если ты хочешь. Сейчас не можешь? Ну, в принципе, могу. Хорошо, сейчас так и сделаем. Но мне надо сначала рассинхронизировать всех. И после этого я только могу делать. Значит, с магией у нас ничего нет, да, Вера? Все, что было, вышло. Все забрали. Я даю команду на теле на рассинхронизацию. Пошла рассинхронизация до числового значения 100%. Пошел процесс. Отлично. Хорошо. Канал сейчас у нас выстроен. Я даю команду на счет 3. В эту конструкцию возвращая весь сначала негатив, который пришел от этой конструкции, мощнейшим потоком назад. 1, 2, 3. Это физическая боль. Эта конструкция стояла в ее физическом теле. Ночью он использовал конструкцию. Ночью. То есть человек, понятно, да, хорошо.
Готово. Установили фильтры золотой сеточкой и в порядке реверса забираю энергии. На счет 3, 1, 2, 3, мощнейшим потоком забираю все свое себе обратно. Какую-то костную жидкость не откачиваю. Костную жидкость? Первобытный гуманоид? Готово. В этой костной жидкости ДНК тоже есть. Гуманоид, что это ты такое творишь? Нужно нам это. Ну ты знаешь, ты нарушил все законы мироздания и будешь за это отвечать. И, возможно, очень долго ты будешь отвечать за это в земных годах. Это не серая зона, где нет законов, гуманоид. Нужно тебе или не нужно, это второй вопрос. Есть правила игры. Рассинхронизация закончилась. Хорошо. Значит, у нас остались еще эмоциональные вещи, которые я демону сейчас отдам, и дальше мы их будем отпускать. И выходит эмоциональный фантом на теле 1, 2, 3, и проецирует тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Все это низковибрационное ей же сгенерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Не чернота вышла. Вот как. Готова это она расстаться с этим, Нателя? Готова. Отлично, демон забираешь? Да, да, ждет. Отправляю демону. Готова. Хорошо, значит, тогда буду отпускать. Демон, ты готов уходить? Готов. Я прошу тебя больше в это биополе не приходить. Ты меня услышал? Да, услышал. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. С того огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Лизард, ты больше в это биополе никогда не зайдешь. Тебе это понятно? Я буду его проверять. Понятно. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. И Лизард уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид готов уходить? Да. Даже не приближайся к ней. Понятно? Понял, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Арахноида. 1, 2, 3. И Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Ли, посмотри, пожалуйста, гуманоид звезда Ута. С конструкцией есть стоит. Есть такое. Да, воровал костный мозг, костную какую-то энергию вместе с частицами ДНК. Я не знаю, там за ним что-то есть. Эксперименты делает. Заберем его здесь, будем разбираться. Хорошо. А в каком созвездии эта звезда находится? Ута. Как мне представить ее? Орион? Нет, это не Орион. Они забрали его. Хорошо. Конструкции тоже или нет? Только его. Его. Хорошо. Открывается под конструкцией портал в галактическое ядро, и конструкция улетает на переработку в чистую первичную энергию. У нас в клетке должна остаться коробка с этой магией, да, Вера? И женщиной. Да, есть у нас магия. Хорошо. Я сейчас даю команду Нателя. Вы в курсе этой магии, этой женщины? Вы знаете ее? Предполагаю, кто она. Хорошо. Давайте сделаем так. Всю эту боль, которую она вам причинила этой магии, Вера, считай информацию, сколько эта магия действовала. Это не магия. Ее пожелание, или когда это все началось вообще? Около 10 лет. Около 10 лет. Хорошо. Все ее хорошие пожелания, в кавычках, добрые пожелания. Выстраивай от Нателли канал, прямой канал к этой женщине. 1, 2, 3. И в течение 1 минуты реверсом Нателли отдает все, что эта женщина дала ей. Весь этот негатив, все ее слова, вся эта боль, которую Нателли испытала, все неприятные ощущения, все. На счет 3 мощнейшим потоком возвращается к этой женщине. 1, 2, 3. Ты знаешь, она замолчала сейчас и за сердце схватилась. Отлично. Будто переполняется вот этими словами, негативом, которые она посылала. Вот, вот это откат. Готово. Хорошо. Подхожу к Нателли и помогаю моей энергии сделать импульс и сжечь этот канал к этой женщине. 1, 2, 3. Сжигается канал, отлетает, открывая портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И эту коробку я возвращаю этой женщине. Она пришла от нее, возвращая ей назад в ее биополе.
с этими подарками ставлю в то же место, где они стояла, она стояла у Нателли. Да, будет так, и так и есть. Готово. Хорошо. Все, женщина. Желаю тебе всего наилучшего. Туда, куда ты уйдешь. Открываю портал сейчас против часовой стрелки на частоте этой женщины. 1, 2, 3. И она уходит в свой портал вместе с этими коробками. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая. Ничего там не должно остаться больше. Хорошо. Значит, мы тогда здесь закончили и можем переходить к процедуре частот. Переходим на частоту магического воздействия. Если таковое силе было, оно еще раз проявляется. Что-то осталось? Но есть фантом. Это женщина, она как гавкает, слова вылетают. Даю команду. На счет 3 этот фантом выходит из биополя Нателли, зависает перед ней. Есть. Открывается по ним портал в галактическое ядро, и фантом уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, Нателли, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Привыкаю к энергиям и вибрациям. Отлично. Чувствую отлично. Ничего лишнего в теле. Отлично. У нас остались 10 вопросов Нателли к ее куратору. И мы сейчас будем делать запрос в энергоинформационном поле. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату диагностики прийти куратор или учителя Нателли. У нас энергия в комнате пока не сформировалась. Первородная? Нет, не первородная. Хорошо. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Женщина, приветствую вас. Приветствуем вас. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Маргарита. Маргарита, вы куратор или учитель? Я куратор. Отлично. Маргарита, меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Нателли. И она написала нам 10 вопросов, которые она хотела бы задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Благодарим вас. Тогда я начинаю с первого вопроса. Какая у меня душа? Ты арктурианка. Арктурианка. Приветствуем представителя Арктура. Очень рады видеть вас в нашей комнате диагностики. Я перехожу ко второму вопросу. Какого уровня развития моя душа? Вот так она написала. Она имеет в виду высшее я, наверное. Переход с 9 на 10 уровень. Я лишь хочу поблагодарить вас за это прекрасное место для встреч, где мы можем общаться, представители разных мест обитания, я бы это назвала. Мы очень рады, что вам нравится у нас. Здесь очень часто уже бывали арктурианцы, и мы всегда рады приветствовать любого представителя, до кого кураторы смогут достучаться. Это наша работа, и мы с удовольствием ее делаем, освобождая людей от этих сущностей, давая им второй шанс. Те, которые, безусловно... Я скажу, что мне нравится. Ваша комната диагностики построена в высоких слоях, и мне не нужно спускаться на низкие уровни, где я чувствую себя некомфортно. Благодарю вас за это. А энергию нашу, арго, вы заметили? В нашей комнате. Энергия уровня архангелов. Заметила. Это особая энергия. Мы очень рады, что мы можем предоставить такое место, в котором и куратор себя отлично чувствует. Она приносит комфорт. Замечательно. Поехали дальше? Пожалуйста. Итак, третий вопрос. Значит, мы выяснили уровень высшее я, переход с 9 на 10. Третий вопрос. Кем я была в прошлой жизни? Вот такой вопрос. Уточните, пожалуйста. Я понимаю, вы сейчас понимаете под прошлой жизнью жизнь между жизнями, потому что это была прошлая жизнь. Я полагаю, она имела в виду свое последнее воплощение или на Земле, или на другой планете. До того, как она на Землю пришла. Ей хочется узнать о какой-то своей... Я не понимаю вопрос, поэтому я остановлюсь на прошлой жизни на планете Земля. Пожалуйста. Какой год, какая страна? Мне нужно просмотреть архив. Безусловно, пожалуйста. Воплощение на планете Земля. 1605 год. Это Франция. Она женщина или мужчина? Женщина. И как прошла ее, может быть, основные моменты той жизни, чем она занималась, была замужем, счастлива? Учителем. Учитель? Да, она была учителем. Это был пансион девушек. Я сейчас увидел, как раз, да.
Она была замужем, у нее были дети. Как прошла ее жизнь? Да. Позже, намного позже. 42 года. Она вышла замуж. Ее муж был профессор по тем временам. Уважаемый человек. Она не работала замужем. Вела домашнее хозяйство. Да, она ухаживала за мужем. Замечательно. Она получила, собрала опыт в той жизни. Это был какой опыт? Опыт любви ей надо было. Что ей надо было в той жизни проработать? В той жизни она реализовала себя. Два пункта ей нужно было реализовать. И оба, с обеими она справилась. Она смогла стать учителем, пройти этот путь. И потом отказаться от всего, выйти замуж и посвятить себя своему мужу и семье. Замечательно. Она справилась с обоими пунктами, принимая правильные решения. Очень хорошо. Благодарю вас за эту информацию, уважаемая Маргарита. Если вы хотели что-то еще добавить, или мы продолжаем с вопросом? Продолжаем. Благодарю вас. Следующий вопрос, четвертый. Моя вторая половина, родственная душа, где находится в данный момент? Знаю ли я его? Я не понимаю вопрос. Перефразируйте. Я могу объяснить, что она имела в виду. Она имела в виду, скорее всего, того человека, который в этой жизни... Я понимаю вопрос про высшее «я». Да. Но про родственную душу вы не поймете, да? Родственная душа – это высшее «я». Что вы имеете в виду? Я понимаю. Перефразируйте вопрос. Я перефразирую его так, как я понимаю. Хорошо. Есть ли на этой земле мужчина, которого она считает своей половинкой? И знает, или подождите, я могу ошибаться. Я прошу прощения, Маргарита, я не хочу портить информацию своими... Я не знаю, как перефразировать этот вопрос. Кого она понимает под своей половиной? Если это высшее «я», конечно, оно есть, оно находится на своем уровне. Переходит с 9 на 10. Если она имеет в виду мужчину, которого она может себя считать как половинку, у нас говорят «моя половинка», «мой муж» или «моя жена». Может быть, она это имеет в виду? Вы свои подопечные, честно говоря, лучше должны знать, чем я. Но вот она пишет, знаю ли я его. То есть это мужской пол, это может быть, скорее всего, мужчину. Есть ли мужчина? Задайте вопрос правильно. Хорошо. Придет ли мужчина в ее жизнь? Вот. И знает ли она его уже? Она знает многих мужчин. А именно тот, с которым она хочет провести остаток своей жизни. Он, несомненно, существует. Хорошо. Я понял, мы с этим вопросом закончили, да? Нет, подожди. Вы что-то убрали из ее биополя. Мы много чего убрали из ее биополя. И мысли там были, и страх там был, и непонятные вещи там были, и интерференты. Оболочку. Вы убрали оболочку. Она попросила нас убрать эту оболочку, да. Она делала невидимую. Оболочка закрывала ее от многих. Самое обидное, она сама ее поставила, эту оболочку. Теперь этого нет. Но этого недостаточно. Нужно работать над своим внутренним состоянием. Конечно. Над своим стержнем. Над арктурианским стержнем. Все верно. Это самая лучшая ее родная защита. Благодарю вас. Вибрации, которые исходят от этого стержня, притянут правильного человека. Вот в это... ее жизни, если это был вопрос. Это и был вопрос, абсолютно верно. Я тогда попробую это как-то суммировать, этот вопрос. Человек этот есть, так как она была закрытая, не было никакого шанса ей встретиться с кем-то. Сейчас и она должна осознать, что у нее есть свой арктурианский. Все было вскользь. Хорошо. Если она научится своими энергиями пользоваться, она будет в состоянии излучать такую чистоту, которая притянет ее половинку, как она выразилась, свою родственную душу. Так можно сказать? Можно. Энергии гармонии и спокойствия. Благодарю вас. Пятый вопрос. Моему ребенку 8 лет. Я ее не крестила. Не верю в это больше. Нужно ли крестить детей в церкви? Я не могу ответить на этот вопрос. Это общеобразовательный и личный вопрос.
Отсоединение души к эгрегору. Абсолютно верно. Здесь больше нечего ответить. Я благодарю вас, уважаемая Маргарита. Позвольте мне переходить к шестому вопросу. Пожалуйста. Какое мое предназначение на Земле? Арктурианские души. Это души развитые, умные, несущие знания в себе. Но как любая душа, арктурианская душа получает земной опыт развития и прохождения определенного опыта с увеличением осознанности Земли. Твой арктурианский стержень и связь с Арктуром может помочь тебе приобрести спокойствие, которое тебе не хватает. Я благодарю вас за этот ответ, уважаемая Маргарита. Седьмой вопрос. Какой у меня дар и талант? Я сказала, что арктурианские души развиты во многих направлениях, и много талантов и знаний несут в себе, но твои знания не будут открыты до тех пор, пока ты не найдешь гармонию внутри себя, свою тишину и свое спокойствие. Именно об этом я говорила, что связь с Арктуром поможет тебе для начала найти свое спокойствие. Только после этого ты сможешь развивать свои таланты и идти дальше, осознанно, неся энергию Арктура правильно. Благодарю вас, уважаемая Маргарита. Все понятно. Вопросов нет. Можно переходить к следующему, восьмому вопросу. Пожалуйста. Когда я прикладываю руку на больное место у людей, боль проходит. Также получается это на расстоянии, с помощью мыслей моих. Могу ли я лечить людей? Есть ли у меня целительная энергия? У любого арктурианца есть целительная энергия. Как я уже сказал, это разносторонние души. Но надо знать и уметь пользоваться этой энергией, не расплескав ее и не остаться в пустоте. Благодарю вас. Девятый вопрос. Эта ситуация, она описывает. Несколько лет назад очень часто, а сейчас редко, я чувствую, что меня трогают за руки и волосы. По ночам вижу свое тело спящим, а себя стоящей и полупрозрачной. И приходит старик, 50 сантиметров высотой, выглядит как гном в кафтане. Он как бы тоже полупрозрачный, бесцветный, и мы общаемся с ним телепатически. Он нападает на меня сначала, потом позже стал очень милым и как будто меня побаивается. Что это со мной бывает и кто этот гном? И тут она пишет, это было еще в старой квартире. Ты чувствуешь тонкие тела и тонкий мир. Тот, кто приходил к тебе, он на низких вибрациях, и он понимает, кто ты, хотя ты не осознаешь, какие энергии в тебе живут. Не понимая ситуацию, можно легко попасть в капкан, подписав контракт или договориться о чем-то такими низкими субстанциями. О, да. Можем только подтвердить из нашего опыта. Скорее всего, она видела черта, как я полагаю, по описаниям подходит. Но невозможностью неумения проверять голограммы и снимать маски, конечно, она никогда не увидит истинное лицо. И опасность действительно существует заключить какой-то договор, который потом приходится расторгать. Кстати, у нее было очень много договоров, когда мы их сегодня аннулировали. Хорошо. Вы хотели что-то еще добавить, Маргарита, по этому вопросу, или вы уже все объяснили? Я ответила на суть вопроса. Благодарю я вас. И у меня остался последний, десятый вопрос от Нателли. Это личный вопрос. Создам ли я семью в ближайшее время? Ты создашь семью после того, как перестанешь думать об этом, а начнешь смотреть вглубь и гармонизировать свой стержень,
Мало того, у тебя уже есть семья, которой нужно навести порядок. О, да, там ребенок страдает от этого всего. Начинает копировать ее манеру поведения, и поэтому здесь очень важно, чтобы она сама была спокойной и гармоничной внутри. Как вы уже сегодня, я замечу, много раз сказали за эту встречу насчет важности гармонии и работы с энергиями, как родными, а также заправки энергии, сброс негатива. Это все части одного развития осознанности и понимания, кем ты являешься. Самое главное – это баланс внутри себя и перемена реакции на многие низковибрационные вещи и подкаты. Я благодарю вас, Маргарита. Мы с вопросами закончили. Если вы хотите активировать ей ее стержень, если есть такая возможность или ваше желание, или что-то передать ей, это был бы самый лучший момент. Прекрасно, мы можем активировать стержень, взявшись за руки. Описывайте, пожалуйста, чтобы она знала на Земле, что происходит. Это стержень холодных белых энергий, которые проходят через позвоночник, руки, ноги и соединяется с Арктуром. Телепатически со мной. Стержень активирован. Дальше ты сама можешь распределить энергии, гармонизировать внутри себя твои энергии, Арктура. Готово. Замечательно, благодарю вас. Уважаемая Маргарита, мы закончили нашу встречу. Вопросов больше нет. Позвольте вам преподнести подарок, который получают все кураторы, которые приходят в нашу комнату диагностики. У нас есть такая добрая традиция. Мы всегда дарим кураторам и учителям. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы обращаемся к уважаемому куратору Маргарите и просим принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, за то, что она сегодня пришла к нам и смогла ответить на вопросы своей подопечной. И на добрые воспоминания о этой сегодняшней встрече. Я благодарю вас за этот необычный подарок. И я лишь хочу добавить, я сказала, что это холодные энергии. Я хочу объяснить, что энергии сами по себе, они теплые, но цвет у них... даже отдает. Я просто хочу объяснить, как они выглядят. Отдает что? Там звук пропал сейчас. Я не расслышал. Энергия отдает что? Синим отблеском. Синим отблеском. Лёд. Понятно, понятно. Все понятно. Я вижу сейчас эту энергию. Это белая, голубоватая такая энергия. Действительно, как такой чистый лед. Светло-синего цвета. Так я это вижу. Совершенно верно. Замечательно. Я благодарю вас, уважаемая Маргарита. Мы закончили. Мы это все ей передадим. Мы очень рады, что вы достучались до своей подопечной. Я не говорю прощайте. Я говорю до скорых встреч. Я думаю, что ваша подопечная действительно развивается. И, возможно, скоро она захочет пообщаться, если она будет готова со своим высшим я. И тогда мы обязательно пригласим вас на эту встречу. Она развивается, как я уже сказала, ее высшая я переходит с 9 на 10 уровень, а значит осознанность души растет. Да. Я благодарю вас за эту встречу. Благодарим и мы вас, уважаемая Маргарита. Примите нашу искреннюю энергию благодарности на этом месте. И желаем вам всего наилучшего. И передавайте от нас привет Арктуру. Мы рады всех арктурианцев приветствовать, до кого вы достучитесь. Мне очень приятно. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Нателя, мы закончили встречу с вашим куратором. Как вам встреча с вашим куратором? Великолепно. Мне многое стало понятно. Стало на свои места. Работайте над собой, и все вам откроется, как куратор уже и сказал. У арктурианцев это отлично получается. Хорошо, будем возвращать вас сейчас назад, ваш биоробот.
У вас много еще домашних заданий. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию на теле в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Да, я на месте.